В Заречном названы лучшие предприниматели. Торжественная церемония прошла в музейно-выставочном центре. Дипломами конкурса «Бизнес Заречный-2013» награждены 14 представителей делового сообщества. Они работают в сфере торговли, оказания услуг, производства продовольственных и непродовольственных товаров. Обладателем гран-при конкурса стало научно-производственное предприятие «Сенсор». Оно считается крупнейшим в приборостроительном кластере Пензенской области. В особой номинации отметили предприятие, которое активнее других участвовало в социальных проектах города и занималась благотворительностью. В этом году диплом конкурса получила компания «Цитрон». Как отмечают организаторы конкурса, зареченский бизнес стал более социально ориентированным. В этом году у нас произошло развитие сферы услуг. У нас открылся центр семейного отдыха «Пингвин», у нас открылась ветеринарная клиника, у нас открылся еще ряд проектов, которые именно были направлены на услуги. Это очень приятно осознавать, потому что услуги достаточно сложный вид бизнеса, его трудно вести, он малорентабелен. И поэтому те проекты, которые у нас в городе открываются, мы всегда очень рады и мы поддерживаем.